настрой нас сегодня на молитву. Мы хотим здесь сегодня прикоснуться к Тебе. Молитва, которая была у Иисуса, когда Он просил, чтобы укрепить веру твою, Петр. Господь, я просто прошу Тебя за себя, за нас, всю церковь, чтобы наша вера, она не ослабела. Я прошу Тебя, Господь, объедини нас в одно тело, в один дух. Я знаю, что дьявол, он просил сеять нас, как пшеницу, чтоб разбить нас, чтоб у нас не было единства. Иисус, я верю, что Ты создал ту церковь, которая будет едина в одном духе, одной цели. Когда мы приходим на молитву, мы приходим на битву, мы приходим, как армия Твоя, Господь. И я прошу Тебя, Отец, я прошу Тебя, Дух Святой, укрепи нас на основании Слова Твоего. Я просто хочу, когда я приду к Тебе, не услышать это слово «отойди от меня», потому что я никогда не знал Тебя. Я хочу знать Тебя. Я хочу быть тем, в котором будет так много Тебя, Твоего Духа, что Ты легко узнаешь меня, и я узнаю Тебя. Я не хочу быть чужим для Тебя, Иисус. И я прошу Тебя, укрепи веру мою, чтобы она не ослабела. Укрепи веру нашу, Господь. Укрепи Слово Твое, Господь. Дай нам утвердиться в Тебе, в Слове Твоем. Мы Твоя церковь. Мы Твоя церковь. Мы основание имеем в Тебе, Иисус. Мы строим наше поклонение, нашу жизнь на Слове Твоем, на Духе Твоем. Потому что мы знаем, что нам жизнь дана только один раз. Нам дано имя только один раз в жизни. Я хочу, чтобы мое имя, оно было записано в книге жизни. Я просто отвергаю всякую ложь, всякое лжеучение. Потому что нам жизнь дана только один раз, и награда будет даваться каждому за его дела. Я не знаю про ад, Антихриста, про демонов. Я верю, это не для нас. Я верю, что ад был создан для дьявола, для Антихриста, для темных сил, но для Твоей церкви было создано что-то великое. И апостол Павел говорит, что я хочу бежать, я хочу стремиться не так просто, чтобы бить воздух, но чтобы достичь высшего знания в Иисусе. Мы верим, что есть постояние, есть цель, есть жизнь, которую Ты дал нам. И Ты дал нам, каждому дал талант. Ты каждому дал душу, молитву. Ты влаживаешь это. И Ты создал церковь для цели, для молитвы на этой земле, чтобы мы строили Твое царство на этой земле, чтобы мы брали людей из ада, из этого мира, Господь, и открывали правду, чтобы эта дверь была открыта в царство. Мы верим в жертву Твоей крови, которая омывает наши грехи, что Ты, когда Ты отдал Свой Дух на кресте, совершилось наше спасение. Что ключи ада и смерти были сняты.
сегодня Твою победу. У нас есть путь пройти в этой жизни. И мы хотим остаться тверды на том пути, который Ты поставил нас, Господь. Остаться верными до конца. Не поддаваться всяким демоническим влечениям, учениям, которые захватывают людей. Мы верим, что всему есть цена. Есть цена. Потому что Ты сказал, что Ты будешь делить добычу с сильными, что придет время, когда каждому воздастся по его делам, Господь. И мы мечтаем об этом моменте. А что сейчас мы живем? Мы живем для Тебя, для Твоей цели, для Твоей церкви, чтобы делать добро, чтобы приносить сюда Твое Царство, Господь, чтобы поднимать, во-первых, наши семьи, наших детей, то, что Ты дал мне, Господь, то, что лично дал мне. Я хочу, Господь, исполнить, я хочу, Господь, остаться Тебе верным до конца. Я хочу, чтобы я и мой дом, они будут служить Тебе, и дети детей моих будут служить Тебе. Мы хотим быть тем поколением, которое не сдастся, которое не пропустит те моменты в нашей жизни, когда мы должны, Господь, встать на защиту наших семей, наших детей, наших церквей, на защиту Слова Твоего. Мы знаем, Господь, что Ты приготовил что-то большое для нас. Ты хочешь что-то сделать. Господь, мы верим в это, и мы хотим быть теми, которые останутся верными. Как бы тяжело ни было, что бы ни приходилось проходить, Господь, я верю, Господь, что Ты поставил нас на этом месте, чтобы мы держали этот портал открытый, чтобы этот жертвенник здесь горел, Господь, чтобы здесь всегда был огонь, Господь, чтобы мы не замолкли, чтобы мы не перестали, Господь. Мы продолжали искать, продолжали молиться, Господь. И я прошу Тебя, укрепи нашу веру, укрепи нашу веру, укрепи мою веру, Господь. Как Ты укрепил Петра, Господь, и Ты сказал, я молился за Тебя, Петр, чтобы Твоя вера не ослабела, чтобы потом Ты пошел, и Ты поддержал своих братьев, поддержал тех, которые начали сомневаться, которые начали падать. А действительно это так, Господь. Укрепи веру, укрепи нашу веру. Не дай, чтобы наши руки ослабели. Не дай, чтобы мои молитвы ослабели. Не дай, чтобы я расслабился и стал просто смотреть по сторонам, слушать, кто что говорит. Я хочу быть укорененным, просто утвержденным в Твоем Духе, Господь. Я верю, что Твой Дух, Он живет в нас, Господь, что Он руководит нами, что Он дает молитвы, потому что мы не знаем иногда, о чем молиться, но Ты даешь молитву. Твой Дух, Он молится о церкви сегодня. Я прошу Тебя, Господь, объедини Твою церковь. Объедини Твою церковь. Укрепи Твою церковь. Дай сплотиться каждому духу, каждому сердцу. Просто сплотиться воедино и стать, Господь, на защиту своих семей, своего будущего. Но я знаю, что нас ждет небо. Но передо мной стоит путь, который я должен пройти. Не дай мне сдаться, не дай ослабеть, Господь. Я прошу Тебя, я хочу веру сохранить, течение совершить. Я хочу восхитить тот венец, который Ты приготовил для меня, который Ты приготовил для каждого из нас. Я хочу, Господь, тот даже самый маленький талант, какой бы талант у меня ни был, я хочу полностью посвятить.
посвятить для Тебя, отдать свою жизнь для Тебя. Что жизнь, она просто проходит, она идет. И чем больше я становлюсь, чем старше я становлюсь, тем ближе я становлюсь к Тебе, Иисус. Тем ближе, Господь. Я не хочу, чтобы стареть в моем сердце. Я не хочу потерять любовь. Я не хочу перестать верить. Я хочу, чтобы мое сердце для Тебя было всегда мягким, покорным. Я хочу быть той глиной, которую Ты можешь менять. Я хочу быть тем сосудом, который Ты можешь использовать. Я хочу, Господь, вылиться для Тебя, разбить себя, разбить свой сосуд для Тебя, Иисус. Моя жизнь принадлежит Тебе. Я говорю, я Твой, я Твой, я Твой. Я славлю Тебя, и я поклоняюсь Тебе, Иисус. Ты мой Царь, Ты моя любовь, Ты моя жизнь. Я поклоняюсь перед Тобой, перед Твоей жертвой. Я переклоняюсь перед Тобой. Я хочу увидеть Тебя. Я хочу увидеть Тебя лицом к лицу. Я хочу быть, когда будет коронование нашего царя. Я хочу быть частью Твоей невесты. Я хочу быть церковью, Господь. Я не хочу остаться с неверными. Я хочу быть с Тобой, Иисус. Быть с Тобой. Быть с Тобой. Я прошу, дай мне сегодня на этой молитве наесть с Тебя, напиться Тебя, возобновить мои силы. Я прошу, восстанови тех, кто ослабел, кому сейчас тяжело. Восстанови физические, моральные силы, Господь. Потому что дьявол, он постоянно атакует, и война идет, и кровь течет настоящая. Дьявол никогда не перестанет атаковать тебя, потому что ты живой. Это единственный путь, это единственная любовь, это любовь, которая пока
сказал Отец, как Он возлюбил тебя, что Он отдал своего Сына за тебя. За меня, Иисус, мы поклоняемся. Мы поклоняемся Твоей жертве, Твоей крови. Мы превозносим Тебя. Мы говорим, что Ты Царь. Ты достоин принять всю славу, всю честь. Ты тот, кто оправдал нас, тот, кто вытянул нас из грязи, тот, кто поднимаешь нас, тот, кто дал нам будущее, надежду. И мы служим Тебе. Мы идем за Тобой. Ты наш Царь. Царь. Иисус есть Царь. И мы утверждаем это. Мы утверждаем это. Мы на этом месте всегда будем прославляться имя Иисуса, Его крови. Здесь никогда не будет прославляться человек. Все, что мы хотим превознести Твое Царство, Твою цель. Все, что мы хотим, отдать Тебе славу, Тебе поклонение. Что в нашей поклонении есть сила в этом. Когда мы что-то утверждаем на земле, все вместе, это есть огромная сила. В этом есть огромная сила. Я верю, что прямо сейчас мы утверждаем и мы заграждаем. Пусть засохнет каждый язык, который не исповедует Иисуса Царем, Богом. Мы говорим, Иисус, Ты есть Бог, Ты есть Дух Святой. Ты единственный путь, и мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Настрой мое сердце следовать до конца, что бы ни было, кто бы что ни говорил, Господь, я Твой, я Твой, я Твой, я Твой, я Твой. Иисус, Ты единственная цель, Ты единственная жизнь. И нет никого, кроме Тебя, Иисус, кроме Твоей жертвы. Единственная жертва – это была жертва Иисуса. Единственный, кто мог совершить эту победу – это был Иисус. Никто из людей это не мог сделать, но только Иисус. И мы утверждаем эту истину и эту победу. Иисус, я благодарю Тебя за тело ломимое, которое было ломимо, чтобы мы имели успех, чтобы мы были здоровы, чтобы наше тело было здорово. Мы благодарим Тебя за кровь, которая была пролита за мои грехи. И теперь я омыт Твоей кровью, и я знаю Тебя. Ты дал нам залог Духа Твоего. До того момента, когда Ты соберешь нас с этой земли, Господь. Но пока я на этой земле, я хочу исполнить волю Твою. Я хочу отдать все себя, свой талант, свою жизнь для Тебя, Иисус. Утверди, 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 братьев, утверди моих сестер, чтобы эта вера, она не ослабла. Чтоб ты не перестал верить. Не перестал жить. Я просто прошу, пусть сойдет этот дух жизни заново, заново. Обнови, обнови, обнови. Я хочу опять родиться заново. Я хочу родиться свыше опять, Господь. Я хочу опять получить эту надежду заново, заново, Господь. Я хочу двигаться Тебе дальше, проходя свой путь, находить, Господь. Я верю, Господь, что с этого места будут выходить сильные откровения, которых не было раньше. Я верю, что с этого будет выходить музыка, которая заряжена небом. Я верю, что наша молодежь, она будет служить и пойдет дальше. Я верю, что мы на этом месте не так просто, что мы здесь для того, чтобы исполнить волю Твою, чтобы в этом городе был
этот горящий жертвенник. И мы просим, Господь, пусть этот огонь горит здесь, горит здесь. Дай, чтобы мое сердце горело, Господь. Я не хочу замолкать. Я не хочу успокоиться. Я не хочу перестать ревновать. Я не хочу стать беспечным, которому все равно, Господь, что бы ни происходило. Я хочу быть, Господь, тем, который действительно любит Тебя, который нуждается в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Дух Святой, в Твоем откровении, в Твоем прикосновении. Потому что без Тебя это просто шум, это просто слова. Я действительно хочу напитаться Тебя, наесть из Тебя, Господь, чтобы это вошло в меня, чтобы прямо на этой молитве, Господь, восстановиться в моей вере, в моей цели, пересмотреть свои пути, исправиться там, где должен знать, и продолжать просто идти вперед, просто идти вперед, не останавливаться, не смотреть по сторонам. У Тебя есть цель. Мы идем в этот город, как Авраам когда-то ходил по земле. Он ждал того города, который строитель и дизайнер сам Бог. И мы ждем этого. Мы не хотим двигаться без Тебя. Мы не хотим ничего делать от себя. Я не хочу получать свои собственные откровения. Я хочу получать от Тебя. Я хочу слышать голос Твой. Я хочу, чтобы Ты говорил, Господь. И когда надо жертвовать, чтобы я принимал это и понимал, что ничего не дается просто. Ни один из апостолов не умер в божественной смерти, кроме Иоанна. Но они все с радостью отдавали свои жизни, потому что они знали, что их ждет что-то намного лучшее, превосходнейшее. И поэтому они считали эту жизнь за ссор. Они откидывали все, что имели в этой жизни ради превосходства Иисуса, ради знания Иисуса. И я верю, что это все стоит. Это стоит. Я прошу Тебя, Господь, Дух Святой, просто открой наши глаза. Дай нам увидеть эту любовь. Дай нам увидеть эту цель, этот пир. Это то, что Ты приготовил для нас. Дай нам смотреть на эти горизонты, которые Ты показываешь, Господь. Что то, что Ты проходишь сейчас, это для того, чтобы кто-то за Тобой шел. Потому что то, что ты прошел, твоим детям не надо будет проходить. Потому что ты влаживаешь в дуру другое ДНК. Мы взращиваем тех, которые будут служить Богу не ради славы, не ради денег, не ради какой-то выгоды, но ради того, чтобы исполнить Его волю, принести Его царство. И иногда это как Павел. Под конец своей жизни он один остался в этой темнице. И кажется, все, что он делал, оно просто было напрасно. Но нет, ничего не было напрасно. Мы до сих пор читаем то, что он написал. Мы до сих пор пользуемся тем, что он оставил. Потому что он сказал в конце своей жизни, веру сохранил. Течение совершил, а теперь мне готовится венец. Вот как я хочу знать, что мне готовится венец, что я веру свою сохранил, что я путь свой совершил, что я не посмотрел по сторонам, что я не советовался с плотью и кровью, но я слышал голос Твой, когда Ты говорил идти и шел, когда Ты говорил что-то делать, я делал, и я не смотрел на себя, как я чувствую, что я хочу, но я хочу, чтобы Ты, Господь, действовал.
для нас важно, Господь, чтобы Ты действовал, чтобы Ты говорил, чтобы эта реальность Царства Твоего коснулась нас, чтобы мы имели такие откровения, такие переживания с Тобой, что это невозможно передать, это невозможно рассказать. Оно настолько укрепляет тебя, оно настолько восстанавливает. И ты ждешь Иисуса, ты не боишься пришествия, потому что внутри тебя живет Его Дух, и в тебе так много Иисуса, что Он узнает тебя. Иисус, я хочу быть другом Твоим, я хочу быть одним из тех, кто знает Тебя, кто реально знает Тебя. Я хочу, Господь, рассказать другим, что есть моменты в жизни, когда Ты знаешь, Ты просто знаешь, Ты пережил прикосновение, Ты получил личное откровение от Иисуса. И ты твердо утвержден на этом, потому что ты смотришь дальше, ты смотришь глубже, ты не смотришь то, что мир показывает и какие волны по сторонам, но ты веришь в то, что Бог тебе говорит. Если Он сказал, это дай аминь. Я верю в это, я верю. Утверди нашу веру. Утверди веру моих братьев, сестер. Когда идет полная атака на Слово Твое, Иисус, я молю Тебя, Господь, утверди нашу церковь, чтобы не ослабела наша вера, чтобы мы не перестали искать, чтобы мы не перестали молиться. Единственное, это Ты, Иисус. Поднимай в нас эту веру. Поднимай нашу жажду. Мы просим Тебя о жажде. Мы просим Тебя о голоде. В той стране, где никто не голоден и никто не жаждет. Но мы жаждем. Мы хотим больше Тебя. Мы хотим ближе к Тебе. Ближе к Тебе. Мы не хотим расслабляться. Мы не хотим быть безразличными. Я не хочу бежать к Тебе, когда у меня начнутся проблемы. Я хочу сейчас быть одним из тех, кто твердо уже решил идти до конца. Что я Твой. И ничто в этом жизни не переменит моего. Ничто не переменит меня. Я не изменю своего сознания. Не изменю. Потому что я знаю, что от Твоей любви меня ничто не может отлучить. Ничто. Потому что я уверен в Тебе. Я уверен в Твоем обещании, которое Ты дал мне. И то имя, которое Ты дал мне, Ты найдешь в этой книге в жизни. Я верю, что каждое имя там записано. Именно имя мое будет. Господь, я хочу встретиться с Тобой лично. Я хочу знать, быть уверенным в Тебе. Быть уверенным, Господь, что я иду на правильном пути, что я живу правильно, что я следую правильно, Господь. Я прошу это во имя Иисуса. И сейчас время не молчать, но время встать твердой верой. Потому что дьявол, он должен убежать, как
когда он видит твердую веру, когда он видит, что ты не сдаешься, что ты принял решение идти до конца, и ты не изменишь своего решения. Ты навсегда принадлежишь Богу. Ты навсегда Богу. Поклоняемся Тебе, Иисус. Мы поклоняемся Тебе, наш Господь Иисус. Мы поклоняемся Тебе, наш Царь Царей, Бог Богов. Мы воздаем Тебе всю славу и честь, Иисус. Твое имя, оно выше всех имен. Твой престол, Иисус, стоит один. Это земля подножия ног Твоих. Это человек, которого ты создал чуть-чуть меньше. И кто этот человек, что ты вдохнул в него свой дух? И кто этот человек, которого ты назвал своим братом? Мы хотим быть водимыми Духом Твоим, Отец, Духом Святым, Духом Живого Бога. Потому что прямо сейчас, мы даже не на этом месте, прямо сейчас мы в другом измерении, мы в контакте с Богом. Ты в контакте с Богом. Твоя молитва — это контакт с Богом, контакт с небом. Контакт с другой реальностью. Поклоняемся Тебе, Иисус. И очень часто у нас даже нету слов. Слов, чтобы выразить Тебе то, что мы чувствуем, Иисус. То, что мы переживаем. Но я знаю, что Духом Своим потому что Твой Дух, Господь, одно целое с нами. О, шабаки, дараба, шекерелеба, суду, рубаки. О, пусть Дух Твой, Господь, коснется эти кости. Пусть Дух Твой, Господь, пройдется, вдохнет жизнь каждого из нас.
потому что Твоя жизнь, она печали не приносит. Твоя жизнь, Господь, она поднимает, Твоя рука, она поднимает всегда своих детей. Мы идем к этому престолу благодати, престолу благодати. Да, мы никогда не станем такими, какими бы мы хотели, мы никогда. Но благодаря крови Твоей, Иисус, благодаря крови Твоей, Иисус, благодаря Твоей крови, которая убрала это пространство, убрала это пространство. О, потому что Ты сказал, поклоняющиеся будут поклоняться в духе и истине. Уже не все, уже не надо идти туда или туда. Уже Ты можешь прямо сейчас, прямо здесь быть в общении. Это место, облако заполнено ангелами.
заполнена чудесами, заполнена подарками, заполнена любовью, потому что Он добрый, Он богатый, Он самый лучший. Нет, 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 нет другого. Наш Бог живой. Oh, who you are.
наши сердца. Больше твоего характера, больше тебя, Иисус, тебя, Иисус. Ура, макиде, башаку, маса, макиде, рели, масура, макиде. Мы хотим, чтобы наши жизни прославили тебя, Отец. Чтобы люди вокруг нас видели тебя, Иисус. Видели тебя, Иисус. Видели сердце твое, любовь твою, Иисус. Потому что каждый из нас является ответом для кого-то другого. Каждый из нас — это инструмент в руках Бога для кого-то другого. Одно целое с тобой. Одно целое с тобой, Иисус, ради того, чтобы прославился твой Отец. Отдаем свои жизни тебе. Мы отдаем еще раз, Иисус. И даже если завтра утром мы опять заберем себе, но, Господь, все равно будем отдавать тебе. Уже наша цель. Это твоя цель, Иисус. Потому что ты хочешь спасти этот мир. Ты продлеваешь свою милость. Ты продлеваешь это время благоприятное, чтобы такие, как ты и я, привели еще хоть одного, еще хоть двух в царство его. О, пусть придет дух смелости. Пусть наше познание о тебе, Иисус, увеличится настолько сильно, Господь, что ты проявишься, даже не спрашивая нас, даже не предупреждая нас. В один прекрасный момент вместо тебя заговорит Он с человеком. Вместо тебя коснется Он. Но умрем ли мы? Умрем ли мы? Умрем ли мы? Умрем ли мы?
ходатайство на эту церковь. Дух ходатайства, Господь, пусть откроются эти глаза. Пусть наше сердце будет водимо нереальным состраданием. Измени нас, измени, измени наше мировоззрение, измени, Господь, измени. Тебя своей рукой, касается тебя, исцеляет тебя, восстанавливает тебя, говорит тебе в твою жизнь, говорит тебе, говорит тебе, встань. Тебе нереальную славу, Иисус, тебе, 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 только тебе. Только тебе. Только тебе, потому что это только можешь сделать ты. Thank you.
что бы ни происходило, Его любовь, Его милость обновляется к нам каждый день. Каждый день, каждый день. И Он говорит еще, я вложил свой дух в вас, который учит вас, меняет вас, советует вам. Оставит, никогда камня не даст, никогда травы не подсунет. Иисус, любовь наша, Иисус, Иисус, это Ты, это Ты, это Ты. Мы благословляем, Господь, я благословляю каждого, кто здесь, я благословляю детей, Господь. Пусть сбудутся, Господь, желания сердец людей. Уже Ты сказал, просите. Просите. Во имя Мое, и Мой Отец все даст. Вот почему слияние с Ним настолько важное. Только так. Моментально ты входишь в контакт.
только ты от сердца своего говоришь ему: Иисус, будь. О, плоть, плоть она не хочет, для нее это яд, для нее это яд. Контакт с Богом для плоти — это яд, для греховной натуры — о, это смерть. Иисус, 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 твои духовные глаза, пророческие дары, там, где сверхъестественное исцеление, душевные, физические, какие бы ни были. Ну, серьезно, вы понимаете вообще? You guys keep playing, keep playing. Понимаете, то, что мы говорим, знаете, вот что Иисус здесь, Духом, Дух Его здесь. Вы верите в это? Но иногда мне кажется, что мы, как бы мы верим, мы привыкли к этим, мы привыкли к этому всему. Но если, вот, окей, представьте, окей. Иисус Христос. Вот представьте, вот если это в физической форме Иисус Христос здесь, скажи мне, как бы твоя молитва изменилась? Что-то сильно плотно, Иисус Христос. Я просто хочу вам показать. Вы понимаете, что в духе это как оно есть. Все зависит, чтобы наша вот эта коробочка, ей нужен апгрейд, апдейт. Понимаете, вот это, ей нужно какой-то, знаете, вот как телефон твой старый, он уже не работает, и ты с ним ходишь, он уже не работает, тебе просто нужно, знаешь, взять новую. Вот эту программу скачать, неужели купить новый телефон? Вот у нас многие, вот у нас, знаете, наше мышление, как вот эти старые компьютеры 90-х, понимаете, 90-х, там такие большие. Знаете, такая зелененькая там мигает. Так. Представь, молитва, что Иисус говорил, поклоняться, не надо идти туда или туда. Будут поклоняться в духе и истине. То есть в любом месте, где ты, проси Его.
когда ты уйдешь домой, искренне проси. Проси Его, Иисус, реально обнови мое мышление. Вы знаете, даже то место, где Павел говорил, обновите, представьте тела ваши, там не преобразуйтесь и обновляйте свое мышление. Вы знаете, что то слово «обновляйте» значит «start over». Начни заново. Начни с нуля, как будто знаешь, что чистый лист бумаги. Как Адам и Ева. Я, может быть, не имею каких-то глубин, откровений.
себя рукой Твоей. Вырвал, как когда-то кто-то вырвал тебя. Тебя. Пришел человек, вырвал тебя. Но это был Бог. Иисус, Он настолько хорош, Он настолько великий, Он настолько великий, настолько. Когда мы реально встретимся с Ним, когда мы реально, то вся эта жизнь, все, что это было, будет иметь значение. Подойди кому-то, помолись. Давайте пару минут просто помолимся друг за друга. Couple of minutes, we're gonna pray for each other, guys. Come on, just go find somebody. Go find somebody that you haven't prayed for yet. Go find somebody new. Come on, go. Go. Go find yourself a partner. Go find the lost sheep. Come on, go. It's okay. You guys can pray for each other. And we're just gonna release the blessing. The blessing. The blessing. Blessing. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Просто высвобождаю благословение в вашу жизнь. Благословение. И пусть та сфера, которая нуждается больше всего прямо сейчас, пусть ли это будет сфера здоровья, или сфера финансов, или сфера просто твоего огня к Богу, высвобождаем благословение во имя нашего любимого Господа Иисуса Христа. Господа Иисуса Христа. Thank you, Jesus. Oh, никогда тебе.
Покажи мне, открой. Ты не поверишь даже, как он тебе начнет говорить. Аллилуйя. Ожидай, ожидай услышать. Ожидай, ожидай. Будь открыт к этой связи, к этому общению. Это что-то настолько прекрасное, настолько хорошее. Я не остановлюсь, не нужно их остановить. У нас с ними как контакт, понимаете? Аллилуйя. Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Вся слава тебе, Иисус. Вся слава только тебе, Иисус.